Неоднократно от жителей, которые пользуются электричками на станции Расторгуева, звучали жалобы на ненадлежащее состояние пешеходного моста через железнодорожные пути. В настоящий момент проход по данному сооружению закрыт. Мост был передан из федеральной собственности в муниципальную в прошлом году и перешел в оперативное управление муниципальной компании «Дорсервис». Цель этой передачи состояла в том, чтобы администрация муниципалитета имела юридическую возможность заняться ремонтом моста. Выявили там много недостатков, и все эти недостатки почти в ежедневном режиме подтверждаются жителями, которые постоянно звонят, пишут, обращаются и говорят о неудовлетворительном состоянии этого объекта. После приемки моста была создана комиссия, куда кроме представителей администрации муниципалитета вошли руководящие работники различных служб РЖД. После обследования объект был признан аварийным. Сейчас старый мост закрыт, а переход через железнодорожные пути осуществляется по другому пешеходному объекту, который был открыт в сентябре прошлого года. Я почти уверен, что будет принято единственное правильное решение о его демонтаже, разборке, и вместо него поставить тот переходный мост, который будет соответствовать и облику города, и современный, комфортный, и люди смогут пользоваться им так, как надо. Стоимость таких работ – несколько сотен миллионов рублей. Для муниципального бюджета это неподъемная сумма. Администрация округа рассчитывает на помощь правительства Московской области. В скором времени начнется разработка проекта для уточнения плана, стоимости и сроков проведения работ.